Остались всего две группы, которые еще не знают, проходят ли они дальше. Voice и Heartbeat. Сейчас в полуфинале осталось две команды, которые очень, ну, похожи между собой. Это вот дуэт Voice и Heartbeat. Да. Нас даже на Гимайской Ливе сравнила. Она сказала, что у меня уже есть такой, на одном из этапов, что у меня есть такой дуэт. Но на самом деле, мне кажется, мы очень разные. И по репертуару, и по подаче, ну, даже по возрасту мы немного разные. И нас очень часто сталкивают друг друга, сравнивают, потому что внешне, как бы по типажам мы похожи, мы дуэты из парня и девушки, но все-таки мы разные. Добрый вечер. Здравствуйте. Дана Думан. Хочу вам сказать, что вы с самого первого вашего появления на сцене, вы мне понравились. Спасибо. Ваше такое хорошее, серьезное отношение. У каждого артиста есть какое-то желание, чтобы стать не то что знаменитым, не то что там каким-то суперзвездой, а просто чтобы тебя оценили, чтобы ты дошел до какого-то этапа и тебе сказали, да, ты профессионал своего дела. Добрый вечер. На первом туре вы мне понравились. Спасибо. Мне понравилось только ваше сильное увлечение друг другом. Я искал тебя во сне, я искала тебя наяву. Кто же скажет мне, для чего без тебя живу? Кто же скажет мне, для чего без тебя живу? Я думаю, что когда артист выходит на сцену, он прежде всего должен завоевать публику. А на конкурсе и публику, и членов жюри. Чтобы пели, скажем так, даже не для меня, а друг для друга. Я не скажу, что мы оптимисты такие. Мы знаем, что мы всю жизнь проведем бок о бок друг с другом. Мы реалисты, но мы стараемся верить все равно в лучшее именно. И я думаю, что этот человек, который сейчас рядом со мной сидит, я хочу связать с ним всю свою жизнь в дальнейшем. Если мы в финале окажемся, то у меня, наверное, будет небольшой сюрприз. Чего? Я знаю, что вы работаете очень много и уже на сцене не один год, насколько мне известно. Наш Voice – это семья. Семья, да. Потому что мало того, что мы друзья, да, мы коллеги. Бойся, без Даны не будет. Как и Бойся, без Думана не будет. То есть мы – это Бойся. Я должна сделать выбор между двумя дуэтами. Но я все-таки думаю, что она собирает сильную команду. Поэтому я думаю, что мы в ее команде в лицо грязь не ударим, и что мы будем достойными ее подопечными и поможем друг другу в финале. Сейчас у вас присутствует не рвение к победе, не рвение, чтобы петь на сцене, а вы рветесь друг к другу, и это очень плохо. Когда вы показываете, что прям любите друг друга. Честно говоря, я в такую любовь не верю. Меня не верили даже, и порой, может быть, до сих пор не верят даже родные, родственники. Не самые близкие, но по-живому задевают. Сейчас, секунду. Все нормально. И я в сомнении. Если я возьму вас, а потом будет разочарование, почему-то у меня такое чувство. И я отправлю достойную группу, взяв вас. Я сейчас просто в глубочайшем сомнении. Вы выступали очень хорошо.
Но остальные были лучше. К сожалению, вы покидаете этот проект. Спасибо. Я решила дать вам еще один шанс. Вы в моей команде. Может, у них энергетика другая. Скорее всего, ей просто... Может быть, тот X... Это интересно. Тот X-фактор, наверное, в них больше виден.